Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать в наш выставочный зал. Меня зовут Александр, и имею честь предоставлять вам наши новейшие оборудования. Вот, посмотрите, здесь стоит наш новейший усиленный ингас инфракрасный фотосепаратор модели CI с четырьмя камерами в каждом лотке. Данный фотосепаратор предоставит вам очень надежное решение для сортировки скорлупы и примеси из ядра ореха. Фотосепаратор CI производится в нашей макроструктуре, которая обеспечит однородность, стабильность и интеллектуализацию всех наших продукций. Мы применим еще новейший автоматизированный процесс набеления окраски, чтобы обеспечить горизонтостойкость и долгий ресурс работы нашего фотосепаратора. Но главная особенность данной машины – это усиленная ингас инфракрасная система с четырьмя камерами в каждом лотке. Данная система принимает ингас инфракрасную технику с призматической декомпозицией из патент Мея. Сравняя с обычной ингас инфракамерой, данная система в больших масштабах увеличит точность скорлупы и 100% убрать инородные примеси, например, стекло, камень, пластик, металл и так далее. Вот у нас здесь есть смешанное сырье, ядра и скорлупы миндаля. Вот посмотрите, цвет скорлупы одинаковый со цветом миндаля, поэтому по цвету обычный фотосепаратор не сможет их растереть. А в инфракрасном фотосепараторе CI из компании Mea для каждого лотка не только установятся две штуки эстетичные цветовые камеры с высокой четкостью, еще есть две штуки ингас инфракрасные камеры с технологией призматической декомпозиции цвета, которые могут принимать многодиапазонные инфракрасные сигналы. То есть для каждого лотка CI установятся четыре штуки высококрасные камеры. Они одновременно работают вместе и составляют трехмерную систему обоснования с инфракрасным и видимым цветом. И здесь у нас еще есть инородные примеси. Стекло, камень, пластик, провод, гайка. Сейчас мы добавим 10 штук этих примесей в сырье и посмотрим, она сможет все их убрать или нет. Давайте начинаем демонстрацию. В фотосепараторе CI установлена PID-система, которая может наблюдать и настроить уровни сырья в бункере через специальный алгоритм, чтобы уровень сырья в бункере был равномерный. Вот, посмотрите на внутри машины. Под обручением из комбинационных светильников с полным спектром четыре камеры ловят все информации продукта и обознавают примеси с помощью передового алгоритма, потом запускаются соответственные магнитопроковые эжекторы и точно дуют воздух на центре примеси на отход. Благодаря мощной воздушной системе в машине, фотосепаратор может обеспечить стабильную точность сортировки при любой засоренности сырья. И в CI модели еще установлена интеллигентная система противодробления, которая максимально защищает годный продукт от дробления. Все, сортировка закончится. Сейчас проверим результат. Это годный продукт после сортировки. Вот посмотрите, здесь чистые ядра миндаля, без дробленных, без скорлупы и других примесей. А это отход. Здесь скорлупы и другие примеси. Сейчас посчитаем количество инородных примесей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вау, все 10 штук здесь, супер.
Вот такая прекрасная машина у нас есть. Покупайте, не пожалеете. Спасибо.